Друзья, всем привет. Это опять проект iTractor. И сегодня у нас очередной подкаст с уже полюбившимся гостем, который бы уже у нас был, так как было очень много просьб пригласить опять Ишая для того, чтобы он рассказал немножко больше о своих подходах и своих методах работы с зарубежными рынками. Тем более он не из России, он из Израиля, и будет транслировать нам свои подходы, свои методы, как ему удается завоевать доверие клиентов, как находить клиентов в разных странах. И сегодня больше мы поговорим о европейских странах, в частности, Германии, и также немножко заденем вопрос Востока, потому что я знаю, что Ишай был в Корее, планировал улететь в Японию. Собственно говоря, Ишай уже у нас появился. Ишай, привет! Всем привет! Собственно говоря, я тебя уже представил. Давайте потихонечку начинать. И мой первый вопрос. Знаешь, мы сегодня немножко изменим формат, потому что раньше мы всегда начинали с блица. Но так как наши слушатели уже по большей части знают, кто ты, блиц, я думаю, не имеет смысла проводить. Потому приступим сразу к делу. И хочу тебя расспросить с того момента, как мы с тобой пообщались. Изменился ли как-то твой бизнес, может, вырос или сократился? Что произошло? Расскажи нам, пожалуйста. Мне кажется, наше последнее общение было в августе, правильно? Конец августа? Да, все верно, все верно. Мы немногим выросли с конца августа. Мы выросли примерно 20%. В нашем деле, как всем известно, бывают периоды спада и подъема. Это связано также с временами года, когда у компании освобождается бюджет. Для нас всегда конец года – это наиболее удачное время, время, когда люди заключают контракты. То есть всегда перед концом года мы видим такой большой подъем, особенно среди американских клиентов. И вот первая четверть Нового года – это всегда, когда мы входим в новые заказы, расширяем существующие заказы благодаря новым бюджетам, что мы получили. Конец, вторая половина 2017 и 2018 год для нас, как и для многих других, подходит под знаком блокчейна. То есть блокчейн вошел очень глубоко в нашу активность. Мы работали на рынке финтека уже довольно давно, но вот направление блокчейн – это именно новое направление, что мы начали в это время. У тебя сейчас появилось много проектов на блокчейне, я так понимаю, да? Да, у нас появились и консультации, что мы предоставляем, и возможности открывать новые проекты на блокчейне. Например, проект Crypto Exchange для израильского рынка. То есть на израильском рынке есть своя регуляция в сфере крипто, и есть свои ограничения на возможности переводить деньги на международные крипто-экшенджи. И поэтому вот мы сейчас разрабатываем для клиента крипто-экшендж под израильский рынок. Круто. Окей, мы немножко позже вернемся к вопросу блокчейна и криптовалют. Понятно, что дело хайповое, очень много интересных вещей. Прям скажи, на рынке блокчейн и криптовалюта, все, ты в тренде. Особенно, знаю, когда биткоин поднимается и не падает. Да, точно. Я знаю, что у тебя были попытки выхода на восточные рынки. Да, хочу немножко расспросить об этом. Расскажи, пожалуйста, какие ты страны пробовал войти, чем это закончилось, какими методами пользовался. Давай все по очереди, какие страны для начала. Окей. Я в ноябре посетил Корею. Я был в Корее недельку. Меня пригласило корейское представительство в Израиле выступить с лекцией и презентацией на большом Internet of Things ивенте в Корее. Называется Big Spo. Так что я поехал специфично для этого ивента. И, конечно же, я устроился встречи, погулял по Сеулу и пообщался с людьми. Скажи, пожалуйста, а чем закончилась твоя поездка, кроме того, что ты, как обычно, провел хороший ивент, я уверен в этом, чем закончилось в плане клиентов? Есть ли клиенты в Корее и вообще каков этот рынок? Окей. Конечно же, в Корее есть много компаний потенциальных клиентов. Потенциал Кореи огромный.
они очень быстро растут, у них очень много роботизации, автоматизации производства, и там есть огромный потенциал. У нас пока нет активных клиентов из Кореи, кроме консалтинга для нескольких компаний там. Корейский рынок, он труден. Труден и менталитетом. Менталитет очень отличается от европейского. И языком. Английский язык явно еще не полностью вошел в моду в Корее. То есть очень многие не только не могут общаться по-английски, но абсолютно не понимают его. Эти многие являются на сегодняшний день топ-менеджеры в больших компаниях, больших средних компаниях. Молодое поколение, да, лучше знает английский язык, лучше может на нем общаться, но они еще не вошли в силу. Соответственно, есть серьезный языковой барьер, я так понимаю, да? В первую очередь. Да. То есть в Корее очень часто приходится работать через посредников, через человека, что хотя бы говорит по-английски и может помочь человеку с корейским менталитетом, с восточным менталитетом общаться с европейцами. Это для них очень непросто. Корейцы смотрят на работу как на очень серьезную вещь. Для них карьера – это очень-очень важная вещь. И они смотрят на карьеру как на длительный срок. То есть они планируют в одной и той же компании работать, может быть, и до пенсии, или хотя бы в ближайшие 10-20 лет. Поэтому для них привести нового человека, новую компанию, с кем делать бизнес, это очень рискованное действие. Потому что они понимают, что если что-то не получится, это ставит крест на их карьеры, может быть, на все обозримое будущее. Поэтому они очень-очень осторожно подходят к выбору всего нового, особенно западного. С одной стороны, они очень уважают западные страны, они очень уважают Израиль, они очень хотят быть похожими. То есть там есть очень много европейских брендов, очень много желания быть похожим на западного человека. Например, они очень негативно относятся к индусам, к выходцам из некоторых провинций Китая, выходцам из всякого близлежащих стран. То есть они чувствуют свою, как бы, они чувствуют, что они находятся над ними. С другой стороны, они очень пытаются равняться на западного человека, они очень хотят быть похожими. Они пытаются копировать жизнь западного человека. То есть походы в магазины, походы в кафе, еда, привычки и все такое. Но им все равно страшно делать бизнес с человеком, что находится за 3-9 земель, с человеком, что не говорит по-корейски, с человеком, что не понимает их культуру. Угу. А, скажи, пожалуйста, по поводу готовности корейского рынка к модели аутсорсинга, ну, либо аутстаффинга. Есть ли какие-нибудь посылы того, что какие-то видимые посылы того, что этот рынок действительно готов работать с, вот с нами, например, да, я имею в виду там Россия, Украина, тот же Израиль. Или они очень критично смотрят на момент того, что эти люди не из Кореи? Для них очень тяжело принять то, что человек находится далеко и не из Кореи. Они готовы рассматривать такие варианты, когда компания предлагает им нечто, какую-то услугу, что у них нет там. Или они понимают, что эта услуга намного лучше, чем то, что находится у них. Нам всем надо понимать то, что ни мы, ни вы не сможем, наверное, написать хороший сайт или хорошую веб-систему для корейского пользователя. Что мы абсолютно не понимаем их принципы работы, не понимаем, как устроена их психология в этой сфере. Если посмотрите на корейские сайты, они выглядят абсолютно не европейские. Но они вполне готовы применять, покупать технологии, привлекать специалистов в тех областях, где они чувствуют, что у них нет достаточно понимания, недостаточно специализации. Например, как подстраивать их собственные продукты под европейский рынок. Угу. То есть больше идет разговор об адаптации их сервисов под европейские рынки. Да. То есть для Кореи имеет огромное значение. Они сейчас объявили план на ближайшую пятилетку, план компьютеризации, план расширения и роботизации производства. То есть для них все, что связано с AI, все, что связано с финансовыми услугами, в той же блокчейн, все, что связано с роботикой, это очень-очень важно. В этих областях они готовы покупать, применять новые услуги, что они не могут сами делать, или не умеют достаточно хорошо сами делать. И кроме того, конечно, они смотрят на экспорт. Для них главный пункт экспорта – это Америка,
это США. И все, что им может помочь делать экспорт за границу и оформлять их продукты под англоговорящий рынок, для них тоже вполне имеет смысл и значение. Можно сказать, что на сегодняшний день многие корейские сервисы и продукты очень плохо выглядят на английском. То есть даже сайты и продукты прекрасно работают на корейском, на английском они работают ужасно. Не только потому, что перевод плохой, но из-за того, что просто есть плохая имплементация. Недостаточно пользователей, что тестировали эти продукты и что давали свой фидбэк. То есть продукты выглядят очень в зачаточной стадии. Угу. Понимаю. Теперь смотри, по поводу технологий и компетенций, которые, по твоему мнению, будут востребованы на корейском рынке. Что это может быть? Например, я не знаю, та же блокчейн, либо криптокарренси, вот эти все вещи, насколько они могут быть востребованы? Либо, наоборот, технологический стек, который будет наиболее востребован на корейском рынке? Насчет технологического стека не могу судить, но если мы посмотрим на индустрии, то да, блокчейн и все, что связано с финтеком, очень-очень востребовано. Все, что связано с индустриализацией производства, роботизация, AI, такие вещи тоже будут очень-очень востребованы. Корея очень-очень сильны в хардвер, у них есть прекрасный свой хардвер, они покупают машины в Германии, и они очень тесно сотрудничают с Германией. В сфере хардвера, в сфере софтвера они немножко отстают, они немножко не придают значению софтверу. Например, в Корее быть инженером-программистом считается намного хуже быть инженером по железу. Наша нехватка в программистах им еще абсолютно непонятна. Они такой нехватки у себя не чувствуют. Но, с другой стороны, ихние программисты не в состоянии выполнить многие задачи, что будут стоять перед ними в ближайшем будущем. Программирование, рынок программистов в Корее находится довольно на зачаточной стадии. Есть программисты, они не считаются элитой, они считаются наоборот. Это те, кто не попал как инженер по производству или инженер по хардверу, идет в программисты. И, соответственно, результаты в большом проценте довольно посредственные или даже хуже. Довольно странно, потому что такие гиганты, например, как Samsung, да, вроде как, казалось бы, хардвер и софтвер, все вместе. И при этом ты говоришь, что пока у них, пока нету осознанности вот этой осознанности рынка, что софтвер это тоже так же важно, как и железная составляющая хардвер. Совершенно верно. И LG, и Samsung свой софтвер разрабатывают не в Корее. Хардвер производится в Корее, именно софтвер не разрабатывается в Корее. Да, люди утверждают, что корейцам намного больше нравится Android, то есть система Android, чем Apple. Корейцы называют Android восточной системой. Они всегда говорят, что Android устроен по-восточному. Когда я спрашиваю людей, почему, они затрудняются объяснить. Apple пользуются только люди, что очень настроены на Запад. То есть люди, что работают с Америкой, хотят показать, какие они западные, они покупают iPhone. Но, в принципе, им очень нравится Android, потому что они говорят, что Android – это восточный подход к системе, восточный подход к управлению телефоном. Окей. Теперь будем знать, если так коротко summary, то рынок Кореи очень закрыт и очень подозрительно смотрит на те компании, которые находятся далеко. Пока хардверная составляющая у них гораздо выше, нежели софтверная, и это, наверное, некая точка роста в будущем. Если доказать свои компетенции и возможность работы удаленно, если поверят, то, вероятнее всего, с этим рынком как-то можно будет сработать. По поводу рейтов. Можешь ли ты, есть ли у тебя информация для нас о рейтах в Корее, вот, например, инженер-программист, синьор, по какому рейту мы можем его туда продать? Такой информации у меня абсолютно нет. Мне кажется, в Корее намного легче, и мне кажется, единственная возможность для западной компании на сегодняшний день в Корею продавать не программиста, не часы программиста, а какую-то услугу или продукт. То есть часами западного программиста там никто не будет знать, что делать.
Для них западное правительство страшно. Человек говорит на английском, с ним надо как-то еще общаться, управлять. Они такое абсолютно не хотят. То есть у них нет недостатков программистов. У них есть свои программисты, и снова эти программисты, наверное, получают не очень большие деньги. И считаются не очень престижными по специальности. У них есть недостаток в продуктах. То есть если я бы сказал, что возможность заказывать скорее, это выполнение какой-то аппликации, какой-то системы. Это, то есть им нужен заказ под ключ, то, что называется продукт, им нужен продукт от начала до конца. Для mm-hmm. них часы программистов – это абсолютно бессмысленно. Mm-hmm. Okay. Западного программиста, в крайнем случае. Отлично. То есть я так понимаю, что все-таки лучше выходить с каким-то решением и предлагать его адаптировать под… Да. Либо же работать над тем, чтобы сервисы, которые существуют в Корее и которые они хотят продвинуть на западные рынки, предложить им адаптацию этих вещей под западные рынки. Совершенно верно, да. Окей. В общем, на этом, наверное, про Корею хорош. Я знаю, что ты очень-очень плотно работаешь в Европе. Я знаю, что один из ключевых клиентов, стран-клиентов у тебя Германия, и у тебя довольно высокая компетенция по германскому, по немецкому рынку. Я бы сегодня хотел поговорить больше об этом, и хотел бы, чтобы ты нам рассказал свои методологии, каким образом ты ищешь клиентов на рынках Европы и Германии. Какие особенности поиска, лидогенерации в первую очередь, и переговорного процесса. Расскажи нам, пожалуйста, как ты это делаешь? Окей, отлично. Во-первых, я начинаю, как мы уже обсуждали на нашем прошлом подкасте, я всегда начинаю подготовку к поездке, если мы говорим про роудшоу или поездку, заранее. То есть я не рассчитываю на то, что я приеду куда-то и все будет. Я активно использую LinkedIn для нахождения подходящих лидов и начиная с ними списку и переговоры за несколько недель или желательно даже не за несколько месяцев до этого. Кроме того, я всегда считаю, что надо приезжать в какое-то место, желательно найти там какую-то зацепку. Что-то, что тебя там ждет, кто тебя там будет заинтересован, тебя хоть как-то продвигать. Для меня это зацепки, это всякие акселераторы. Я являюсь ментором и предоставляю консалтинг-услуги нескольким акселераторам и в Германии, и в Австрии. И поэтому у меня всегда есть люди, что очень заинтересованы в том, что я приехал. И они всегда мне помогают не только с логистикой поездки, но и также с встречами, с выступлениями, все такое. То есть я приезжаю, я по крайней мере знаю, что у меня есть заранее не только назначенные встречи, но и также заранее есть... Есть и место, где сидеть, есть какой-то коворкинг, где сидеть. Есть люди, что помогут и с логистикой, и помогут с назначением встреч, познакомиться, и такое. Скажи, пожалуйста, с какого периода времени ты отводишь на подготовку, на то, чтобы очень тщательно, грамотно подготовить все встречи? Сколько у тебя занимает времени? От полутора месяцев до 2-3 недель. Скажи, пожалуйста, какой у тебя основной источник лидогенерации этих встреч? Это что? Это какой-то, не знаю, LinkedIn, либо там Clutch, либо еще что-то? LinkedIn. Я активно использую LinkedIn. Это как бы главный источник. Второй источник – это мои местные связи. Вот те люди, что меня приглашают, я всегда забочусь, чтобы была сторона, что меня приглашаешь, она очень заинтересована в моем приезде. Они помогают своей стороны тоже организовать различные встречи. То есть обычно они организуют меньше встреч, чем я сам назначаю, но это все равно очень важный источник. Угу. Если мы говорим о LinkedIn, по какому принципу ты отбираешь потенциальных лидов? Я фокусируюсь на какой-то индустрии. Я фокусируюсь, например, на финтеке, если приведем к примеру. Я ищу потенциальных людей, что могут, имеют и возможность, и возможный интерес сделать заказ. То есть это обычно это VP в компаниях, это есть очень большая компания, это Directors. Если это компания поменьше, это могут быть C-level executives. И я к этим людям обращаюсь и просто предлагаю встретиться, пообщаться.
Если я вижу, что люди сфокусированы на какой-то определенной отрасли, типа блокчейн, или что им какая-то определенная область может быть заинтересована, я пишу более четко сформулированное предложение. Иногда я просто предлагаю пообщаться за кофе. Очень важно, чтобы ваш профиль LinkedIn был соответствующим. То есть у меня есть в LinkedIn, наверное, где-то 17 тысяч connections. И я постоянно пощу, постоянно продвигаю разные сообщения, разную информацию через LinkedIn. Я активно переписываюсь с людьми через LinkedIn, и это видно по профилю. Я активно ставлю всякие новости, новые позиции мои, новые достижения моей компании, новые услуги, что мы продвигаем. И поэтому у меня есть очень высокий процент людей, что когда получают меня сообщение, они подтверждают меня как друзья и начинают общение. В принципе, больше, я думаю, я бы сказал бы, где-то от 50 до 70% людей, кого я приглашаю стать моими друзьями в LinkedIn, соглашаются, и из них, я бы сказал бы, где-то половина отвечают на мое сообщение, вступают со мной в переписку. То есть в среднем я имею от 25 до 35% отзывов на мои предложения встречи или сотрудничества. Не всегда отзывы позитивные, не всегда это лишь «да, заинтересован в этом», но они откликаются, они дают мои данные следующим по эстафете и так далее. Угу. А какие ключевые вещи должны быть в профиле в LinkedIn, чтобы получить такой высокий процент отклика? Я так понимаю, что ты сказал, что 50-70% от всех запросов, которые ты отправляешь, добавляют тебя в друзья, и где-то еще половина от них, то есть где-то 30-35%, получается, у вас завязывается беседа. Угу. Какие ключевые моменты должны быть отображены в профиле LinkedIn, чтобы добиваться вот такого действительно высокого процента отклика? База начинается с того, что LinkedIn должен четко объяснять, чем вы занимаетесь и что вы ищете. Должно быть четко, это должно быть прямо в профильной строке где-то в описании. Да. Подумайте о том, что это должно быть в той строке, что видно на экране, когда вы думаете, добавить человека или не добавить человека. Обычно люди такое не читают. Никто не глубоко не заходит в ваш профиль, чтобы понять, хочешь добавить или нет. Это идет чисто на уровне. Он увидел фотографию, увидел, прочитал одну строчку, увидел вашу позицию, нынешнюю, решил «да, нет». Это первый отбор. И это просто постарайтесь сложить в нее саму суть того, почему людям было бы интересно с вами общаться. Что у тебя написано? Можешь сказать? У меня написана моя позиция, и у меня написано области моего интереса, включая блокчейн, включая VR, включая чатбот и так далее. Угу. Важно ли указать то, что, ну, вот, например, ты указываешь, что ты специализируешься на блокчейн, чат-ботах и VR, и ты SEO компании. Еще какая-то информация нужна, которая будет подчеркивать то, что с тобой надо подружиться? Конечно, можно ставить еще информацию, для этого уже нет места в этой строке. Строка ограничена, поэтому старайтесь подчеркнуть самое главное. Не старайтесь сразу людям продавать. Это не работает. Люди хотят получить какой-то value, какую-то пользу. Например, если вы выступаете на каких-то конференциях, ведете митапы, это все, конечно, хорошо указать в LinkedIn уже в последующем разделе. На тот случай, когда люди решат да зайти и посмотреть на ваш профиль. Построение профиля LinkedIn – это труд, это работа, что надо делать. Есть, конечно, технологии для автоматизации процесса. Например, моя компания разработала свои собственные tools, автоматизацию процесса LinkedIn. Есть такие же инструменты и на свободном рынке, ими можно пользоваться. Но тут очень важно найти какую-то грань между контентом, креативным контентом, использование брендов. Например, я использую не только свой бренд и бренд своей компании, я использую и бренд Израиля как технологического хаба. Uh-huh. То есть очень важно подключиться к правильным доменам. Увидеть, что за вашей спиной действительно стоят гиганты. Это гиганты, возможно, не только вы, это являются еще бренды, еще домены, еще хабы,
что вы можете представлять, или вы как-то с ними подключены. Смотри, я бы не ставил бы такие слова, как аутсорсинг, аутстаффинг в первую строчку. Это очень правильно, что это ваша, наша бизнес-модель, но это не является словами, что обязательно привлекут много-много позитивных ответов. Наоборот, многие очень люди это забанят, потому что люди получают огромное количество подобных предложений. А тогда что лучше написать вместо аутсорсинга? Если я действительно, например, занимаюсь аутсорсингом, что же мне такого написать, чтобы... Аутсорсинг должен находиться в параграфе, что объясняет вашу деятельность. Это абсолютно нечего стесняться или скрывать. Наоборот, это надо четко писать, подчеркнуть, что и как. Но в строке выше постарайтесь найти что-то, я бы сказал, может быть, интересное. Что-то, что человек, что даже если он не будет вашим клиентом, сможет получить общение с вами. Что-то, какую-то пользу, какой-то experience в каком-то домене. Что-то, что человек от вас получит, даже не заплатив вам деньги, не став вашим клиентом. Ну, например, вот ты сказала, какую-то value мы должны дать, ни в коем случае нельзя продавать с порога, мы должны дать какую-то ценность. Я приведу пример. Я приведу пример. В моем случае. Люди, что подключаются со мной, они иногда просто интересуются блокчейном и чат-ботами. Они видят, что я выступаю на конференциях в этой области. Их интересует мое мнение по всяким проектам. Они говорят, окей, даже если мы сейчас совещаем, ничего не закажем, ему, может быть, посылать свой white paper на ICO и спросить его мнение. Может быть, он ответит, может быть, нет. Его можно спросить, если мы приезжаем в Израиль, можно посетить его митап. Его можно предложить ему выступить на нашем митапе. Вот value, что люди могут получить от вас абсолютно бесплатно. Кроме того, люди иногда просят представить их через LinkedIn вашим знакомым. То есть если у вас есть люди с положением, которых другие люди будут захотят познакомиться с ними, это сделает вас очень важным коннектором, и через вас будет проходить много подобных предложений. Скажи, пожалуйста, вот участие во всяких митапах и организация этих митапов. Я знаю просто, что ты в Израиле ведущий и организатор, ведущий нескольких митапов. Насколько это важно в продвижении компании как бренда и себя как бренда? Это важно, если вы находитесь в месте, где есть очень серьезная экосистема. И тогда вы через эти митапы вы приглашаете людей, которые могут оказаться вам полезны, или вы можете оказаться им полезны. Если вы находитесь в каком-то месте, где такой экосистемы нет, и, скажем так, люди, что придут на ваши митапы, не могут быть вашими потенциальными клиентами или вашими потенциальными работниками, например, вы работаете на каком-то южном тропическом острове, где прекрасная погода, но абсолютно нет экосистемы, мне кажется, абсолютно бессмысленно устраивать митап. У меня есть знакомые, что работали некоторое время из маленьких городков в Южной Испании. Они утверждали, они были единственные программисты на городок в тысячу человек или в несколько тысяч человек. Им было абсолютно бессмысленно устраивать там митап. Они в это время вели всякие подкасты, выступали, вели всякую деятельность онлайн. То есть митап – это прекрасная возможность, если у вас вокруг вас есть, да, тусовка, в которой вы хотите проявить себя. Скажи, пожалуйста, а если я не нахожусь в этой тусовке, то, наверное, имеет смысл мне ехать туда, где тусовки эти проходят, то есть не сидеть у себя где-то в своем городе, а выезжать на тусовки и выступать, доносить до общественности и до профессионалов свои профессиональные качества и свои профессиональные наработки? Или не стоит этим заниматься? Явно, конечно, если вы будете сидеть у себя в офисе или у себя дома, то только от сидения много клиентов не появится. Вопрос, если у вас лид-генерация происходит онлайн, и она вас устраивает, вы получаете достаточно лидов онлайн, не надо никуда ехать, сидите дальше, где вы сидите. Если вы чувствуете, что да, онлайн – это еще не все для вас, и офлайн тоже очень важно, то, конечно, стоит выезжать, стоит выступать, стоит всячески завязывать контакты. Надо понять, что один выезд такой в свет
не всегда приносит результат. Должна быть серия одна за другой поездок, выступлений, участий. Люди должны привыкнуть видеть вас. Окей. Сколько, на твой взгляд, сколько вот таких вот вылазок, поездок точно дадут результат? Вот с вероятностью 90%. Ну, насчет точности ничего не знаю, но я бы сказал бы 3-4 поездки в одно и то же место в течение года-двух. То есть, если вы там появляетесь хотя бы раз в 3, раз в 6 месяцев, поможет и вам чувствовать... Да, в одну локацию. Поможет и вам там чувствовать себя местным, и поможет местным узнавать вас и по-другому вас воспринимать. А скажи, пожалуйста, когда ты выезжаешь, вот, например, в каких европейских городах ты часто бываешь? Я бываю часто в Германии, в Мюнхене, в Франкфурте, Штутгарте. Я в принципе объезжаю почти что всю Германию. Я не заезжаю в Берлин обычно. То есть я прилетаю в Берлин, но я стараюсь отдалиться от берлинской тусовки стартапов. Потому что Берлин наиболее бедный из немецких городов. То есть это в Берлине парадокс. Есть очень много стартапов, очень многие из этих стартапов не так много денег, как всем кажется снаружи. То есть, в принципе, если вы ищете большие заказы, это не Берлин. В Берлине можно найти относительно небольшие вещи. А как же говорят о том, что Берлин – это IT-столица Европы? Берлин – это стартап-столица Европы. Это точно факт. Огромное количество стартапов. Но если посмотрите на большие компании, на средний бизнес, я не так много знаю компаний, что находятся именно в Берлине. Что у них именно в Берлине находится не представительство какое-то, а разработка или маркетинг солидный или что-то такое. В Берлине огромное количество стартапов. Да, это так. Окей. А расскажи, пожалуйста, вот свое расписание, если ты приезжаешь, ну, например, возьмем Франкфурт, да, ты приезжаешь в Франкфурт, во-первых, на какой промежуток времени ты приезжаешь, как правило, и второе, как провести поездку с пользой для дела, не просто потусить, походить по городу, не просто повстречаться, а сделать таким образом, чтобы через какое-то время это принесло результат в виде лидов, заказов, оплаченных денег, заключенных договоров. Что необходимо делать, что делаешь ты? Окей, я приезжаю на 4-7 дней, то есть от полнедели до недельки. И, конечно, можно приезжать больше, и это может быть в чем-то лучше, но у меня есть довольно много проектов, и довольно много моего фокуса требуется в Израиле, поэтому я приезжаю на короткий срок. Это учтя то, что я уже там не раз бывал. То есть мне намного легче сразу войти и сразу приступить к работе. То есть, например, просмотр города после нескольких раз меня уже меньше интересует, и я четко понимаю, как куда добраться. Для меня это не вопрос, как и что делать. Транспорт, бытовые услуги. Если вы не уверены в себе, и вы чувствуете, что для вас это первый раз, то желательно приехать на дней на 10, я бы сказал. Дальше это, в принципе, как ваше расписание в вашем родном городе. То есть если только учесть то, что в офис ходить не надо, руководите. То есть я стараюсь, когда я еду в такие места, меньше руководить существующими проектами, идеями, все такое. Я больше фокусируюсь на том, что как будто я сижу в Тель-Авиве и просто с утра до вечера занимаюсь бизнесом и продажами. То есть хожу на встречи с людьми, выступаю на конференциях, хожу на митапы вечером, встречаюсь с потенциальными людьми, что могут а. стать партнерами, б. стать клиентами. Меня интересует вопрос митапов, потому что... Нет, не потому что. Ты ходишь на митапы в качестве лектора, в качестве того, кто выступает, или в качестве слушателя? Обычно я хожу на митапы, где я выступаю за границей, или где выступает кто-то из моих знакомых, что меня пригласил. Я обычно не стараюсь ходить на много митапов, просто чтобы походить. Если я хожу на 2 митапа, вот, 1 митап за поездку. В Европе, кстати, не так много больших митапов. То есть в Европе многие митапы очень маленькие. Например, во Франкфурте митапы
в 23 человека, то считается уже большой солидный митап, и поэтому я стараюсь выбирать очень немного митапов. И, кстати, в Европе на митапы ходят обычно люди, что не всегда являются вашими клиентами. Это обычно ходят просто энтузиасты, не люди, кто могут принимать решения о заказе, покупке и так далее. Угу. А какой тогда прок из этих митапов, если на них, по сути, клиентов-то не будет? Какой смысл туда ходить? Во-первых, туда ходят молодые ребята, что они находятся на джуниор-позициях в разных компаниях, и они могут увидеть тебя выступающим в таком митапе и передать дальше. То есть сказать своему руководству, что вот есть что-то интересное. Я бы не сказал, что митапы должны стать вашей главной целью. Это мне кажется, побочный продукт поездки. Это часть того, что узнать лучшую экосистему, почувствовать лучше себя в этой экосистеме, привыкнуть к людям, привыкнуть к их акценту английского языка, например, привыкнуть к их манерам поведения. Ваши уже реально важные встречи проходили намного более эффективно, намного более спокойно для вас. Угу. Хорошо. А какая основная? Вот ты сказал, что митап – это все-таки больше побочный, некий побочный продукт визита. А какой основной продукт визита? Что проходит под, скажем так, красным флагом? Вот я приехал, чтобы что? Встреча. Я приехал, чтобы встречаться с как можно большим количеством потенциальных клиентов или партнеров. Это единственное вещь, что мы не можем сделать на расстоянии. На расстоянии можно писать огромное количество писем, на расстоянии можно писать, сделать телефонные звонки, можно даже провести презентации. Единственное, что нельзя сделать из нашего сегодняшнего локейшена, это встречи, как говорят, face-to-face с клиентами или с потенциальными партнерами. Вот я только этим занимаюсь. Я просто с утра до вечера занимаюсь встречами, плюс те обязательства, что я взял на себя перед поездкой, типа проведения лекций, типа консультации определенных компаний и так далее. Очень часто те компании, что пригласили меня, также устраивают званые ужины, какие-то совместные тусовки, и на этих тусовках, да, является намного больше потенциальных интересных людей для меня. Меня очень интересует вопрос назначения встреч, потому что то, что должен быть правильно сделан профиль, это я уже понял. По поводу назначения встречи и отбора профилей, с которыми ты будешь встречаться, по какому принципу ты их отбираешь? Вот меня интересует прямо механика отбора, потому что можно рассылать всем, абсолютно всем SEO, абсолютно всем CTO, и эффекта не будет, вероятнее всего, если просто всем подряд. Наверное, у тебя есть какой-то секрет, либо какая-то технология, как ты отбираешь коннекты, кому слать, кому отправлять приглашение? Именно благодаря технологии я как раз посылаю очень широко. То есть я посылаю первичное сообщение наибольшему количеству человек. Технология сегодня LinkedIn себе не позволяет посылать до сотни сообщений в день. Так что вот 100 человек в день умножим на 2 недели, это уже довольно большое количество людей. Вопрос начинается, с кем реально встречаться. Для начала вы должны понять, сколько встреч вы в день можете эффективно произвести. Я за границей в среднем встречаюсь в день и провожу 4-5 встреч, кроме запланированных уже обязательств типа выступлений, консалтинга и все такое. Вот у меня есть слоты. Например, я еду на 3-4 дня, у меня есть 4 встречи в день, вот у меня есть 15 слотов. На эти 15 слотов я стараюсь заполнить наиболее интересными для меня компаниями. Если я уже назначил свою поездку, и все компании, кто мне откликается, они не очень интересны. Я все равно с ними встречусь, других нет. Но как только появляется более интересная компания, я сразу переключаюсь на них. Я постоянно отсеиваю, я даже постоянно извиняюсь, отменяю встречи. И стараюсь назначать все более и более релевантные встречи. Плюс, если я с кем-то отменяю встречи, я стараюсь это объединить. Иногда говорю, знаете, мы не сможем встретиться один-один, но вот придите, пожалуйста, на мое выступление. Придите, пожалуйста, на ивент, где я участвую. Придите, пожалуйста, на ужин, куда я приглашал. То есть я стараюсь это делать все абсолютно вежливо, но
мы все это делаем для дела, поэтому тут вежливость находится на втором этапе, на втором плане. Самое главное – это дело. И самое главное, чтобы время прошло эффективно для вас. Поэтому если надо отменить встречу даже за день до, я беру это не. Люди тоже экономят свое время, ценят свое время, поэтому все это воспринимают абсолютно нормально. То есть негатива какого-то нету ярко выраженного от того, что ты отменяешь себе уже запланированную встречу. Хорошо. По поводу, ты буквально несколько минут ранее, мы говорили о том, что можно на самом деле сидеть спокойненько себе в кабинете, никуда не ездить и работать, не выезжая к клиентам. Скажи, пожалуйста, насколько такой подход рабочий? Насколько он эффективен по сравнению с выездами к клиентам? Для меня, наверное, не выезжая к клиентам, это не совсем подходит мне. Но это, возможно, не подходит мне по натуре, когда предпочитаю личное общение. Я, да, считаю, что оба подхода могут существовать, но наилучший вариант, мне кажется, это комбинировать. Я вам приведу мою сегодняшнюю ситуацию. Я много работаю за границей, много работаю в США и цифровой. Но я сижу в Израиле, я сижу на местном рынке, у которого есть тоже очень высокий потенциал. Было бы нелогично с моей стороны отказываться от местного рынка. Было бы нелогично с моей стороны не встречаться с клиентом, что сидит полчаса или час езды от меня, только потому что я сижу в офисе и надеюсь только на онлайн-площадке. Если бы я находился бы в месте, где у меня, вокруг меня не было бы очень активной экосистемы, наверное, я бы строил свой цикл биздева и продаж на большим упором на онлайн, плюс такие роуд-шоус. Это очень зависит от вашей ситуации и насколько у вас, например, хороший онлайн-презенс. Если у вас прекрасный сайт, что прекрасно продвигаем во многих местах, и лиды просто прут один с другим, то вы действительно можете никуда не ехать. Если ситуация другая, то вам, возможно, да, стоит добавить офлайн. Мне кажется, мы можем брать пример еще немного с e-commerce. Мы видим в последние годы, что все больше и больше e-commerce открывает офлайн-места. То есть все больше e-commerce-магазинов, да, стараются открыть физический локейшн, куда клиенты могут прийти. Наверное, они поняли, что, несмотря на всю глобализацию, физическое место имеет значение. В нашем случае физическое место не только офис, где мы сидим, это также куда мы сможем приехать, представить свой товар. У меня вопрос немножко будет такой, постараюсь задать его конкретно, пытаюсь сформулировать сейчас. Если я молодая компания, и я пытаюсь наладить взаимоотношения, наладить клиентский поток, но у меня пока не получается сделать это удаленно из офиса, сидя в уютном офисе. Имеет ли смысл мне в таком случае переключаться на формат роуд-шоу, назначать встречи и ехать? У меня и так как бы денег не особо там много, ну, какие-то разработчики у меня есть, что-то они мне приносят, но денег у меня сейчас не особо много. Но лидогенерить удаленно у меня получается не особо эффективно, ну, как-то вот не складывается. Что порекомендуешь в таком случае? Я в таком случае, конечно, сказал бы, что роуд-шоу. Я в таком случае бы стрелял бы в все направления. Когда компания молодая, еще не знает, что у нее работает, надо пробовать все. Я бы, может быть, не ехал бы за границу, жил бы в шикарной гостинице, а взял бы простенькую гостиницу, но я бы делал бы то же самое, просто старался бы экономить средства. Наверное, у молодой компании нет так же много средств на Google AdWords и на другое продвижение в онлайн. Но все делает как-то минимально и смотрит, где будет эффект. Конечно, я бы вставил туда и физические встречи, роуд-шоус и так далее. Если проводить параллель между эффективностью продвижения в Google AdWords и форматом роуд-шоу, когда ты едешь к клиентам, какой подход более, конечно, в твоем случае, более оправданный, более эффективный? Это рекламный путь или это роуд-шоу? Смотрите, рекламный путь – это путь, когда клиент что-то уже ищет в Яндексе или в Google, и ваша компания поднимается, это клиент, что намного более согрет, готов к началу работы. Когда вы едете роуд-шоу, вы стреляете белый свет копеечек, вы пытаетесь достучаться до людей, что они, могут вас не искали активно. Может быть, им вы понадобитесь или сейчас, или никогда. Они, могут еще до себя еще не сформулировали. То есть процент закрытий от Google AdWords, если люди реально оставили вам свои данные на сайте, конечно, более высокий. Но, по моему опыту, именно через роуд-шоу
можно закрывать более большие контракты, более перспективные проекты. Не всегда компания, что ищет проект на миллион долларов, опубликует, будет и использовать для этого, просто будет искать в Google. Иногда да, но это не всегда. В Google или в Яндексе обычно больше ищут стандартные вещи. Вот, если мне нужно было сегодня сделать наверстку сайта, да, можно поискать в Google или в Яндексе, кто этим занимается. Но если мне нужно сделать какую-то сложную систему для банков, с чего начинать? Может быть, в Google я бы сделал бы какую-то первую пристрелку, посмотрел бы, какие компании вообще занимаются этой областью. Но конечный выбор я, наверное, все-таки делал бы с людьми, которых я бы видел бы в жизни хотя бы один раз. Окей. Конечно, если большие проекты, то, конечно, да. Еще у меня есть вопрос по поводу представителя твоей компании в другой стране. Пробовал ли ты этот подход и насколько он эффективен? Я не знаю, либо наемный sales в другой стране, либо партнер, выполняющий функции sales. Эффективен ли этот подход и, ну, первое, эффективен или нет? На мой взгляд, да. До сих пор я пробовал именно партнерские отношения. То есть люди, что находятся в Америке главным образом, что ищут для меня лиды за комиссию. Я, да, считаю, что нахождение человека на физическом месте – это очень-очень важно, и поэтому это реально помогает. Важно, что человек был не только представитель, что мог красиво сказать, что вы занимаетесь там веб, мобайл или чат-бот. Важно, что человек мог делать также процесс пресейлинга. То есть это многие клиентам уже надоело то, что у индусов, у русских компаний, у израильских, неважно у кого, и сидит один человек, например, в Нью-Йорке, что хорошо говорит по-английски, что может выкрикнуть все правильные слова, а после того, что он выкрикнул все правильные слова, дальше им приходится говорить с человеком, скажем так, из Украины, что, может быть, вообще или очень плохо говорит по-английски. Или с человеком, что сидит в Индии. Поэтому очень важно, чтобы местный представитель мог действительно быть полезным и интересным для клиента. Чтобы он мог дать клиенту что-то такое, что клиент скажет, окей, это, чтобы это чувствовалось не просто представитель, как sales сидит где-то. Что-то чувствует, что часть компании находится в Нью-Йорке. То есть если у компании представитель сидит в Нью-Йорке, вы должны дать ощущение, что вот вы американская компания, что находитесь в Нью-Йорке. То, что у вас, может быть, разработчики находятся в России, неважно. Но вы должны работать и действовать как американская компания. Если у вас представитель находится во Франкфурте, вы должны действовать как немецкая компания. Это не, вы не должны показать, что вот вы просто компания из России или из Израиля, что у них есть один представитель за границей, но вы, в принципе, израильская компания. Очень важно подчеркнуть клиенту, что вы местный. Что вы, если вы идете по такому пути, вы должны подчеркнуть, что вы местная компания. Вы можете подчеркнуть, что вы глобальная компания, что у вас есть и местное представительство, центр разработки в другой стране. Это прекрасно. Но очень важно поменять менталитет всей страны, всей компании, чтобы это действительно работало. Хорошо. То есть имеет смысл нанимать селза в другой стране, либо делать какую-то партнерскую историю с местным, с представителями местного рынка. Правильно? Да, но если вы готовы в этот проект очень много вложиться. Это и вложить ваше время, деньги, и вложить огромное количество вашего внимания. Например, очень часто бывает, что нанимает селза, он начинает писать кучу лидов, этим лидом никто не занимается. Или этими лидами так занимаются, что лучше бы никто не занимался. То есть такому селзу нужна активная поддержка компании. Вся компания должна перестроиться на то, если это небольшая компания, что все, вот мы работаем на американский рынок. Мы, если это так, это значит, что мы пишем на английском, желательно пишем на хорошем английском. Мы можем в любой момент поговорить с клиентом в то время, когда ему удобно, а не в то время, когда нам удобно. Мы даем клиенту ощущение, что он работает с компанией, что сидит в Нью-Йорке. Это мы не скрываем, что вот мы не все сидим в Нью-Йорке. Мы явно понимаем, какое сейчас время в Нью-Йорке, мы не предлагаем клиенту пообщаться с ним, когда у него дальше ночь. Это явно показывает о том, что мы абсолютно не понимаем
то, где находится клиент. Мы даже по клиенту, мы находимся рядом. Да, вот по нашим всяким обстоятельствам мы сейчас сидим в другом городе, на другом континенте, но мы очень-очень стараемся подстроиться под американский рынок или подстроиться под европейский рынок. Мы реально пытаемся понять клиента и работать с ним. Клиент в таком случае тоже со своей стороны проявляет внимание и, наверное, понимает, что нельзя пообщаться в любое время по его часам, иначе действительно мы все будем не спать по ночам. Но это очень важно, что первая подстройка с нашей стороны. Это очень серьезная подстройка по менталитету, что очень многие компании не делают. И тогда нанимать селза в любой стране – это в чем-то бессмысленно. То есть селз может быть хорошим, он будет притаскивать слиды, с ним ничего не будет происходить. Я могу сказать, даже в моей компании я, да, работаю над тем, чтобы лиды, что приходят из-за границы, например, из Америки, получали такой же формат и, такое, и по времени на них отвечали так же быстро, как на лиды, что приходят в Израиль. И это требует внедрения и все время проработки. Я, например, заметил, что у нас долгое время, в среднем время, что происходит, пока израильский тим начинает общение с клиентом в Америке, он в два раза больше, чем время, когда израильский тим начинает работать с клиентом в Израиле. Почему? Потому что люди говорят, окей, Ли пришел вечером, наверное, пообщаемся с ним завтра. Завтра утром у Лида ночи, мы подождем завтрашний вечер. И вот общение начинается через 24 часа. А в Израиле Лид пришел в то время, что пришел. В течение часа им кто-то перезвонит, в течение двух часов кто-то перезвонит. И это время нас постоянно сокращает. Постоянно давать клиенту ощущение, что вот мы рядом, мы находимся рядом, и не только наш сервис находится рядом. Это не только наш диссидент, что мы послали, что он там сидел и умел искать, и умел делать первый контакт. Мы все должны подстроиться на то, что мы все умеем работать с клиентом. Угу. Хорошо, хороший ответ, мне понравился. По поводу европейского рынка, каким-то особняком всегда стояла Великобритания. Скажи, пожалуйста, у тебя есть опыт работы с этой страной? И что ты можешь, если есть, то что ты можешь нам рассказать об этой стране? У меня есть опыт работы с Англией. У меня был и есть большой клиент в Англии. Англия – это очень интересный рынок. Он очень вкусный по деньгам. То есть там есть, в принципе, очень неплохие рейты. Несмотря на то, что фунт падает в последнее время, в последние годы. Это рынок, что он привык к аутсорсингу. Он привык к аутсорсингу, и у них есть заранее определенная привычка историческая использовать аутсорсинг из Индии, из Пакистана. Поэтому и для Израиля, и для России именно английский рынок, он не всегда является простым рынком. В чем сложность? То есть есть и во многих рынках Европы предпочитают европейского человека над человеком из Азии, то в Англии это не всегда так. Они в Англии иногда предпочитают просто индуса, именно потому что у них есть огромный исторический опыт. У них связь с индусами на самом деле, да. Да, да, да. То есть индусов, если вы посмотрите, просто погуляете по Лондону, увидите, что там индусов намного больше, чем во многих других городах Европы. Или пакистанцев. Но рынок, конечно, интересный. Рынок главным образом заключается в Лондоне. То есть большинство интересных компаний находится в Лондоне. Угу. А если говорить о готовности к аутсорсу, я понял, рынок готов к аутсорсу и с удовольствием им пользуется. А каким образом, скажем так, компаниям из России и Украины войти на этот рынок? Какими качествами мы должны обладать для того, чтобы мы смогли работать на рынке Великобритании? Ну, или Лондона, в частности. По моему опыту, это не принципиально отличается от любого другого европейского рынка. Тут есть даже в чем-то, это в чем-то проще, потому что нет местного языка, есть английский. Если в Германии мы сразу откидываем 30 или 40% компаний, что просто не говорят по-английски, или не хочется говорить по-английски, или не готовы с нами общаться только через посредника, то в Англии мы никого не откидываем, все подходят, все говорят на английском. Тут проблема не в наших качествах. Мне кажется, тут надо просто понимать структуру рынка. То есть надо понимать, что есть очень сильная конкуренция из Индии, из Пакистана и из других азиатских стран.
Нам надо все остальные средства, поездки, роуд-шоу, митапы, онлайн, все, все работает, все одно и то же. То есть, есть в Англии даже люди больше используют LinkedIn, чем в других европейских странах. Угу. Также у меня есть вопрос по поводу скандинавских стран. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя опыт сотрудничества со скандинавскими странами? Имеется в виду Финляндия, Норвегия, что-то у нас еще, Швеция. Если есть, то можешь ли сказать пару слов об этих рынках? У меня есть опыт работы с Финляндией и с Данией. У меня нет опыта работы с Швецией и с Норвегией. Про финский рынок я могу сказать, что в Финляндии есть очень много сильных программистов. И вообще Финляндия, Норвегия, Дания очень привыкли работать с прибалтийскими странами. То есть Эстония, Латвия, Литва для них абсолютно... Для них это первый эшелон, к кому они обращаются. Mm-hmm. В этих странах, в прибалтийских странах есть целые компании, что только сфокусированы на Норвегии и на Финляндии. Особенно они даже сфокусированы настолько, что они, там люди учат эти языки. То есть, люди, там услуги будут представляться не только на английском, но и на местном языке. Поэтому я бы сказал, что если кто-то хочет сфокусироваться на этих рынках, то знание местного языка – это очень важно. Снова, знание английского там явно не все говорят по-английски. И очень важно, мне кажется, открыть компанию, открыть представительство именно в этих странах Прибалтики, чтобы эти страны Прибалтики являлись трамплином для Северной Европы. Mm-hmm. Ну, да, это с этим согласен. Кстати, всем, кто захочет посмотреть об открытии компании в эстонской юрисдикции, на нашем YouTube-канале есть видео этому посвящено, потому можете зайти посмотреть. Хорошо. По поводу самого роуд-шоу. Можешь ли ты поделиться опытом, какие ошибки ты допускал в роуд-шоу, чтобы мы их не повторяли в дальнейшем? Потому что я прекрасно понимаю, с таким богатым опытом путешествий, бизнес-путешествий, как у тебя, вероятнее всего, ты накопил уже, наколлекционировал каких-то ошибок, каких-то косяков, факапов. Если поделишься с нами, буду очень благодарен. Окей. Во-первых, было и есть куча ошибок в логистике. Мы все иногда просто не понимаем, куда мы едем. Снимаем гостиницу, что находится в неудобном месте, приезжаем уставшие, приезжаем в форме одежды, что не подходит под принятый бизнес-фасон этого места, проблемы с обменом валют и так далее. Полностью эти проблемы не исчезают никогда. То есть я в Корее столкнулся, в принципе, со всеми этими проблемами. Но если вы постепенно с опытом приходит понимание, во-первых, такие проблемы есть, и с ними можно и нужно работать и справляться. И второе, что такие проблемы надо все стараться предусмотреть. Как предусмотреть? Снова наилучший вариант, когда есть встречающая сторона, что вам помогает с логистикой. Чтобы логистика была не на вас, хотя бы частично. В большинстве моих поездок есть сторона, что снова меня приглашает, что она не только оплачивает поездку, но и просто организовывает ее. Это огромный плюс. Тут дело даже не только в деньгах, это дело просто в удобстве. Если у вас нет такой стороны, что вас приглашает и готовы платить поездку, то иногда организованный роуд-шоу тоже может очень помочь. Просто есть человек, что был уже в этом месте, понимает, что к чему, понимает, сколько надо дойти оттуда сюда, как ловим такси, какой аппликацией такси пользуемся, как принято являться на встрече и так далее. Mm-hmm. Это если мы говорим насчет логистики. Да. Угу. Ну, на самом деле, давай прямо скажем, есть, конечно, компании, которых приглашают, но если мы возьмем среднестатистическую компанию из аутсорсингового рынка, то боюсь, что это как раз не будет та компания, которую приглашают, которая участвует в выступлениях и всякое такое продуктовое, вероятнее всего, да. Если мы говорим об аутсорсинге... Я бы сказал, что это не всегда так. Всегда можно найти вариант, что вас кто-то пригласит. Я приведу стандартный пример для аутсорсинговой компании. Например, вашему клиенту, с кем вы работаете, необходимо сделать интеграцию, и он бы очень хотел, чтобы ваш программист приехал к нему.
Никто не мешает CEO или владельцу компании просто присоединиться. Не важно, кто оплатит, но важно то, что вы присоединитесь, и вам, да, окажут внимание и уважение, и вот уже вы полетели куда-то. То есть mm-hmm. просто простой пример. Нужны были программисты для интеграции, вы не начали объяснять клиенту, что дорого, невозможно, тяжело, программист не хочет ехать. Вы сказали, классно, конечно, программист приедут, но и с ним приеду я тоже. Люди прекрасно к этому относятся. Mm-hmm. Окей. Отдельным, наверное, особняком стоят вопросы приглашения на конференции в виде участника, в виде лектора либо спикера, но не всем. Если мы затронем вопросы конференции, смотрите, приглашение как спикера на конференции делится на несколько этапов. Вначале, когда вы неизвестны, вас никто не будет приглашать, но если вы предложите себя и скажете, что вы готовы приехать за свой счет, многие конференции воспользуются вашим предложением, особенно на второстепенные роли, на небольшие обсуждения, на небольшие выступления. Даже вы иногда приедете на конференцию и будете говорить ровно 5 минут. А вы кого-то приехали на конференцию, потратили деньги, потратили несколько дней своего времени. Но как только вы являетесь на конференцию, как только вы являетесь хоть каким-то спикером на конференции, вы автоматически зачисляетесь VIP-гости этой конференции, и вам доступны все VIP-прибамбасы этой конференции, включая нетворкинг, включая приглашение на закрытые вечера, ужины, обеды и так далее. И это вариант для начинающих. Чем больше вы будете продвигаться как спикеры, чем больше людей вас будет слышать, будет заинтересованы в ваших выступлениях, тем больше людей для начала будет готовы оплатить вам дорогу, а потом уже будет готовы оплатить вам и вашу лекцию. И тогда вы будете решать, тогда вы сможете снова отказываться от выступлений, что вам кажется неперспективным, и сфокусироваться на тех, что более перспективны. Как правило, если мы возьмем как ключ, если конференция не готова оплатить дорогу, это значит, или у конференции просто нет денег, просто она абсолютно не может никому такое позволить, такое бывает, или конференция не видит вас как ключевого спикера. И вы должны тоже задуматься, стоит ли вам на нее тратить время. Но это уже потом. Для начала, вот конференция готова, чтобы вы выступили, готова вас чем-то прорекламировать, вы за свои деньги едете выступать. Угу. Хорошо. Я предлагаю на вот этой ноте потихонечку заканчивать. Вопросов у нас от наших слушателей пока нет. Мы же с тобой общаемся уже, наверное, больше часа, да, около часа. Ты меня предупреждал о том, что у тебя есть час времени, я в него вложился, основные вопросы я задал, я надеюсь, что это будет полезно нашим слушателям. Если поступят еще вопросы, я думаю, мы можем отдельно сделать тему по какой-либо из стран, либо по какой-либо из технологий, которыми ты владеешь в дальнейшем. Поэтому на этом все. Я бы только хотел добавить такую мысль, что у меня как бы возникла за время нашей беседы. Да. Угу. То есть появилась мысля с легким опозданием. Смотрите, ребята, когда вы обращаетесь к потенциальным клиентам за границей, старайтесь сфокусироваться и написать им, что такое, что им может быть интересно. Намного лучше, чтобы было хоть 10% людей, кому это интересно, чем сообщение, что подходит для всех, но никому не интересно. Сообщение, что я получаю от соусинг-компании. Типа, привет, у нас есть программисты Java, Android, C++, .NET, Django, Ruby, все такое. Это огромный такой список. То есть, чтобы его прочитать, надо минуты так 5. И дальше вопрос, наверное, тебе это очень интересно, давай общаться. Тебе тут есть несколько ошибок. Во-первых, тут на меня бросили понимание этих технологий. То есть, если я не технологический человек, я таких страшных слов, наверное, полностью убегу и не буду читать дальше. И второе, есть тут предположение, что для меня это должно быть очень интересно. И тут человек может задать вопрос, а почему для меня это должно быть очень интересно? Вот давайте рассмотрим такой вариант. Есть человек, хоть немножко посмотрел мой профиль, он понимает, что я занимаюсь похожей деятельностью. Сейчас занимаюсь тоже видом аутсорсинга в Израиле. Теперь он может решить, окей,
Если бы он мог представить себе на моем месте и сказать, вот к нему обращается аутсорсинговая компания и предлагает ему программистов. Будет ли для него ли, будет ли этот вариант интересен? И если многие об этом задумаются, они поймут, что нет. То есть если большинство из этих аутсорсинговых компаний напишет другая аутсорсинговая компания, может даже компания же предлагает программистов по более дешевой цене или на другой технологии. Наверное, для них это будет неинтересно. И тогда спрашивается вопрос, зачем это обращение посылается ко мне? Вариант правильного предложения, то есть, конечно, много вариантов, я дам только несколько вариантов. Или, например, вы обращаетесь к большой аутсорсинговой компании или компании, что находится на более прибыльном, богатом рынке, чем вы. Вы понимаете, что у вас, наверное, более дешевые программисты, а у этой компании, наверное, есть нехватка программистов. Но вы также понимаете работу аутсорсинговой компании, понимаете, что, наверное, для аутсорсинговой компании это естественно нанимать самой программистов. Вы можете при такой компании предложить найм программистов. Можете сказать, ребята, слушайте, мы вам поможем нанимать программистов, а вы нам за это будете платить комиссию или что такое. Вы можете сказать, слушайте, ребята, а может быть, вы уже и сами умеете нанимать программистов. Прекрасно. Но вам нужно, чтобы программисты сидели в одном месте. Вам нужен именно локейшн, где будете три программиста. Например, мы с тобой, Сергей, обсуждали в прошлом, что несколько месяцев назад нам для американского клиента нужно было построить тим, чтобы сидеть в одном месте. Как и тебе, я думаю, многим случаям известно, наша компания, да, мы активно используем ремоут членов, ремоут программистов в разных странах, но именно в этом месте, в этом проекте нам понадобилось программист что-то в одном физическом месте. И компания, что обратилась бы ко мне и сказала, слушай, а может тебе нужно несколько программистов, сидящих в одном и том же месте? Эта компания мне бы реально бы принесла бы пользу, и там могло бы начаться общение. Другой вариант. Человек, что прочитал мой LinkedIn-профиль, я в последнее время пишу много про блокчейн и пишу много именно про крипто-эксченж. Написал бы, слушай, вот мы видим, что ты интересуешься крипто-эксченж, а у нас есть код крипто-эксченж, который реально работает, и мы хотим делать лицензию этого кода. Это реально, что я ищу. Вот, например, сейчас я действительно заинтересован в разных платформах, в разных лицензиях на код для крипто-эксченджев. Если человек бы написал мне такое предложение, или бы она для меня была бы абсолютно нерелевантна, я бы просто бы не ответил. Или она направила бы просто в точку, я бы нажал на ОК и сказал бы, ребята, ура, давайте. Или бы клиент поставил бы на наш сайт, на компанию, увидел, что мы занимаемся Python Django, нашей главной технологией, и сказал, слушай, а вот ты, например, занимаешься Python Django, а вот у меня есть специалисты Python Django, и что я готов, не знаю, сливание с твоей компанией, я готов предложить тебе курсы обучения Python Django и подготовить для тебя специалистов. Предложу какую-то более специфическую услугу. Когда мы рискуем, мы предлагаем более специфическую услугу, мы берем на себя риск, мы берем на себя ответственность, что мы предлагаем человеку что-то очень конкретное. Что, наверное, этому человеку он не подойдет. Но если подойдет, то ответ будет очень ярко выражен. Угу. Окей, согласен это, с тобой. Это одна точка. Угу. Следующий пункт мы с Сергеем тоже обсуждали до подкаста. Мы обсуждали то, что мы начали проводить курсы, мы начали проводить выступления и приглашаем делегации из разных стран, что приезжают в Израиль, мы им проводим курсы по limited logic, по как разрабатывать аппликации и системы для большого скейла и так далее. Это тоже, что вы можете применять, если у вас есть какая-то специализация, и вам кажется, что эта специализация может заинтересовать людей. Открывайте под это курс, делайте под это выступление. Вы будете привлекать к себе внимание, и это может для вас стать тоже неплохим источником дохода. Я знаю, что часть обращения, что пришло ко мне из Кореи, из Японии, из Австрии, это пришло благодаря тому, что я выступал перед делегациями этих стран, или делегации этих стран проходили у нас какое-то
какой-то курс или какую-то лекцию, или какой-то, или какой-то обучающий программ. Обучение клиентов тоже очень важно. Сейчас у нас есть появились пара вопросов, давай мы на них ответим, потом будем заканчивать. У меня, кстати, еще будет одно объявление, которое очень-очень важно, но это чуть попозже. Александр спрашивает, с чего значит поиск инвестора в Австрии? Продукт, портал для поиска услуг в Австрии. Есть ли у тебя опыт поиска инвесторов, и можешь ли ты дать какую-либо рекомендацию? Нет, я бы сказал, что в Австрии поиск инвестора или Angel'а это да, что требует офлайн присутствия. То есть стоит приехать. Вопрос, куда? В Вену я бы приезжал, если услуга или стартап находится в сфере финансовой или в какой-то сфере услуг. Если это что-то связанное, например, с производством, это уже не Вена, а Зальцбург. Ну, Александр как раз портал для поиска услуг в Австрии, потому, вероятнее всего, ему необходимо ехать в Вену, да? Да. Окей, а где начать искать этого инвестора? Это, опять-таки, задействуем LinkedIn, либо можно какими-то другими вещами? И то. Я бы, конечно, искал бы в LinkedIn. Я тоже, когда я несколько раз бывал в Вене, я видел, что некоторые люди, конечно, в LinkedIn пишут, что они инвесторы именно в Австрии. То есть такое бывает. То есть такие профили, да, находятся, их можно найти. Но я бы, конечно, пытался искать там через знакомых. То есть я пытался бы там найти каких-то местных знакомых и через них искать. Снова, и рынок Австрии, и рынок Германии, он очень основан на том, что люди знают друг друга, вместе учились, вместе работали, и местная рекомендация местного человека очень важна. Угу. Как раз вот Александр пишет, что у него есть партнер в Вене. Ну, наверное, имеет смысл оттолкнуться от партнера и начать поиски вместе. И, кстати, буквально с завтрашнего дня мы начнем еще серию вот таких вот видео, таких подкастов, которые будут посвящены не аутсорсинговым видео, не аутсорсинговым компаниям, а именно продуктовым компаниям и стартапам. И, кстати, завтра у нас будет в гостях директор по развитию Mail.ru Group, потому вы можете присоединиться завтра. Как раз будет посвящена лекция, точнее не лекция, а видео посвящено поиску продуктовой разработки, вот этим всем вещам, потому завтра может приходить задавать эти вопросы. Теперь еще Настя задает вопрос. Вопрос по конференции для начинающих. Если сомневаешься, стесняешься, боишься, что не поймут, уместно ли запросить переводчик на конференции в какой-то стране? Что подсказывает твой опыт, Ишай? Имеет ли смысл общаться через переводчика или лучше все-таки на ломаном английском, но самому? Лучше на ломаном английском. То есть если есть хоть какая-то возможность хоть как-то общаться напрямую, надо общаться напрямую. То есть без переводчика? Это чисто... Да, без переводчика. Даже если я выйду на сцену и буду говорить «I speaking from my heart», лучше говорить так, нежели через переводчика. Да. Потому что, подумайте, когда вы говорите через переводчика, ваш клиент понимает, что напрямую с вами нельзя будет перейти этот вопрос. Что даже когда у него будет проблема, он будет искать переводчика, и вы будете делать вид, что вы не понимаете его, и что переводчик плохой. И человек, очень важно, клиент понимает, что когда у него есть проблема, какая-то нештатная ситуация, что он с вами сможет договориться. Что он с вами сможет реально поговорить и объяснить вам свою боль и свою проблему. Если для этого нужен будет переводчик и все такое, это еще одна причина с вами не работать. А то, что вы говорите на ломаном английском, то в Европе многие люди не полностью владеют английским. Для них второй язык. Они понимают, что вы находитесь на другой ступени обучения, того же языка, что они сами выучили явно не с детства. А в Америке вообще считается, что если вы можете заказать себе кофе, то вы уже можете ехать в Америку и как-то справиться. Я бы сказал, что, конечно, уровень английского желательно, чтобы был повыше, но нечего стесняться акцента, ошибок и такое. Если не поймут, спросят снова. Если английский, конечно, очень плохой, то, может быть, выступление сцены, это, конечно, тяжелее, намного тяжелее, то стоит начать просто с личных переговоров.
То есть немножко подтянуть английский, а потом уже можно на сцену. Все окей. Да, и теперь последний момент для всех, кто нас сейчас слушает, либо кто будет смотреть запись видео. Есть такая история. Ишай сейчас открывает для корпоративных клиентов, из России и из Украины обучение по Lean Startup, по Lean разработке именно с приездом в Израиль. У меня есть вопрос. Если нашим слушателям, если нашим зрителям это интересно, ставьте плюсик в комментариях, и мы вышлем вам программу. Я попрошу Ишая, чтобы он подготовил похожую программу для IT-компаний, и попрошу, чтобы он ее адаптировал и выслал вам некую программу участия в этой всей штуковине. Насколько я понимаю, будет круто, потому что то, что я знаю по первоисточникам. Сейчас у тебя на консалтинге одна из больших финансовых российских структур, нефтегазовый комплекс, насколько я помню. Вот. Да, то есть как раз идет разговор о некой продуктовой разработке, о последовательностях продуктовой разработки, о том, как можно применить подходы экономного производства. Потому, если вам интересно, оставляйте потом в комментариях. Обязательно я попрошу Ишая, чтобы он вам все это дело выслал. Окей? На этом, Ишая, спасибо тебе огромное. Было очень емко сегодня, спасибо, очень насыщенно. Всем спасибо. Да, ребят, всем спасибо. Ждем вас завтра. Завтра будет очередная лекция в 12 часов. Будет тоже интересно, я очень надеюсь. Все, всем спасибо. И на сегодня все. Всем пока. Пока.